Дружище, если ты хочешь снимать так же, как я, эти компьютерные колонки, а также компьютерную мышку, клавиатуру снимать, а также рассказывание этого Свена и Дженниуса, даже можешь там звонить, там и покупать себе, и записывать, рассказывать вам об этих колонках, также на Авито и на Юле можно рассказывать. Также GoldDTA, ты можешь сюда заходить в эту игру там, покупать магазинные чайные листья, а потом сажать. И покупать за эти 200 этих пугалов и 200 эти, и 30 тысяч собак покупать. Вот у тебя такой же будет урожай, как у меня. Ты даже можешь собирать и продавать листики и получать на эти... На эти золото и монеты можно получать даже. Золото, вот эти. А если что-то не будет хватать, то значит пополняйте там на счета Яндекса, Киви и другие платежные системы можно пополнять. Также можно выводить оттуда деньги из этой, из игры и получать заработанные деньги. И все. Также можешь получать ежедневный бонус в этой игре Golden Mines. Можешь получать и за гномов жди, а также можешь пополнять для покупок этих гномов. Покупайте гномы. Гном малыша покупайте. За 21 штуки покупайте. А студент покупайте 200 штуки, а спец только покупайте 40 штуки, а бывалый покупайте 400 штуки, а профит покупайте на 60 штуки. Так и будут больше, много приносить вам доход и больше много деньги. Ну ладно, я пока не буду вас задерживать. Давайте мы приступим к просмотру к этому видео. Холо-боло, дорогие друзья, и с вами... И рад приветствовать у себя на своем канале. Сегодня будем видос с вами на эту тему. Старые колоночки. С чего принципы мы наш канал начинаем? Вот и на такой коробке на столе. Истинное аудио выражение, да. Называется там 220 EU. Модель SPM205B. Как я уже с вами говорил, что здесь находится здесь вот фонтанчики. Так, фонтан, видите, я об этом и говорил, я об этом и снимал с вами видосика в тот раз, как и все это рассказывал, что они такие фонтаны поднимаются. Сейчас мы говорим о про Дженниуса SPM-205B. Когда-то, в тот момент, у моего брата купил какой-то компьютер 2003 года с объявлением, с колонкой. Однажды у Максима рассказ... Да, по газетному сначала. Купил там компьютер, там задешёв, но там в магазине дорогой, не покупал там магазина. Компьютерный махин, компьютерный магазин. Или что там вообще, я не знаю, мне было еще до того 2 годика. И в коробке здесь было написано, что это Genius. А буквы так изменились, по-моему, Genius. Красные сначала были, затем черные. Он сказал себя и подумал, и пошел к моему дедушке электромотелу, когда они скрипели, колонки сломались, во-первых. Сказал, не-не-не, мы эту не принимаем. Ну и зачем же... Ну и зачем же Максим тогда не подумал о своих вещах?
Если бы раньше он не мог деду, он даже дедушка не мог даже ничего ремонтировать. Он старый, ему было где-то с половиной 62 года или где-то 65 лет было у дедушки моей. Вот поэтому, Максим, я тебе не ругаю и не обзывай, не обижайся, Максим, за это. Я хочу, чтобы ты акустическую систему любил, относился хорошо. Ты мой брат, Максим, пойми этого. Кто-то из людей выбрасывает поломанные вещи, а кто-то без поломанных вещей не выбрасывает. Ну и затем, когда выбросил этот Максим, эту Genius SP205B, и он купил вот такие вот колонки, которые я сейчас снимал у Максима брата. Вот такие вот колонки SPK-06. Он покупал за 200 и 400 рублей. Он за эту цену покупал даже. Ему даже нравились такие вот полностью эти колонки. Так, ладно, пока здесь ничего не написано, я не могу нажать на эту кнопку, чтобы вам что-то показать, там, модель. Ну, хотя бы, ладно, вы помните, это-то мой видео про эти колонки. Раз помните, так помните. А если кто не помнит, то досмотрите это видео до конца. Найдите на канале видео обзор колонки Genius. SPK-06. Сейчас мы... А про Genius SPM-205B. Короткая о товаре. Ну, вроде бы как... Компактные были, удобный разъем для наушников, вставляешь уши, колонки включаешь. Простая, недорогая и надежная конструкция. Не воспроизводится низкая частоты. Хрипят, как уже и своим об этом мы и говорили, что у Максима тоже хрипели колонки. Ну, хрипели, ну и скрипели. ПЦ. Тоже что, человека вылечивал и хрипы при регулярном громкости. Накапливал машинное масло внутри регулярной громкости предварительно. Разобрав колонку и десятки раз провернул его из одного крайнего положения в другое. Если он так сказал, будет разбирать, вынимайте штекер колонки из розетки. В 2000 и 2003 года они были самые дешевые колонки по 300, по 600 рублей. Были из всех, потому и купили. Звуки не для наслаждения музыкой, конечно, но за такие деньги греха придираться. Посигналить о системных событиях, поиграть сойдет. Штекер наушников слишком утоплен вовнутрь, из-за этого не всегда звук в колонках включается, когда наушники вставляешь. Также он слишком близко к ручке громкости, крутить ее неудобно, когда наушники вставлены. Регулятор громкости недолго вечно менять пришлось. При включении не прекращается потреблять электроэнергию. Пользователи были в комментарии, отзывы были отправлены в вкладку
в кладовку из-за того, что не удалось найти подходящий резистор громкости. Понятное дело, что сейчас уже такие не продают. Но если когда-нибудь снова будут покупать-то колонки, будут брать Genius. Хорошая фирма, делаются нормативные колонки за совсем скромную цену. Спустя 3-5 года функционировался появление треска при изменении громкости. Все, больше ничего не заметил. Вот эти колонки целовая история, не знаю. И, к счастью, сейчас SP205B отправились на полочку доживать свои годы. Ну и может быть... в полгода включится для какого-нибудь этого послушания этой музыки. Так что, ребята, ставьте лайки. Разумеется, подписывайтесь также на мой канал. Впереди у нас еще много видео разных видосов на компьютерах, около компьютера. Не забывайте оставлять свои комментарии. Они могут выдать 2020 года. И сейчас, и если вы смогли, хотите и если вы хотите такие же зарплаты и самые эти лучшие, что, друзья, вашим был Данил, всем огромное спасибо за просмотр. Увидимся очень скоро. Всем пока!